В Одессе на одном из центральных пляжей в воде появились странные белые пятна. Что это и откуда они взялись, смотрите далее в сюжете. Вот такие пенистые белые пятна укрыли один из пляжей в Аркадии. Как сообщает руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Болинский, причиной этому является аварийный коллектор, через который во время дождя прямо на территорию пляжа, в песок и воду попадают канализационные стоки. К тому же эколог добавил, что вместе с дождевой водой с территории учреждений, с бассейнами, в частности, с расположенного в Аркадии большого аквапарка, в море часто сливают воду с хлористыми веществами. При попадании этих веществ в морскую воду, насыщенную органикой, образуются хлороорганические соединения, которые при определенной высокой концентрации начинают пениться. Не стал исключением и последний ливень. В результате в Аркадии образовались промоины, которые сейчас заполнены в том числе канализационными стоками. В этих промоинах сегодня купаются дети. На пляже ощущается резкий неприятный запах. Как таковых фекалий нет, вот, потому что они отсеиваются. А вся жидкая фракция вот попадает сюда. Вот мы видим массово, просто массово дети здесь отдыхают в этой промоине. Никаких табличек о том, что опасно купаться. Ничего этого нет. Отметим, что это происходит уже достаточно давно, и экологи не единожды заявляли об аварийности коллектора. Однако устранять проблему никто не торопится. Предприниматели решили не напрягаться и просто скрыть проблему. Они закрыли аварийный коллектор забором, так сказать, с глаз долой, а лужи, вытекшие из него, засыпали песком. Так что, уважаемые отдыхающие и гости города, если вы решите в период бабьего лета понежиться на морском побережье, будьте предусмотрительны в выборе пляжа, чтобы вот такие прелести и ароматы не испортили вам отдых.